детстве я общалась только с мальчишками, потому что с ними было интереснее. Они лазили по подвалам, чердакам, деревьям. А мне всего столько интересного, какие-то инструменты, старая поломанная коляска. Мне всегда казалось, что если я залезу в какое-то такое место, то я найду там потайную дверь, которая приведет меня в какую-то параллельную реальность. Очень много бухгалтерии в Бланке, была такая большая целая коробка. Были такие вещи, которые я даже не знала, как называются и что это такое. Были еще градусники. Как-то раз мы с моим другом, мы тогда были совсем маленькие, вылезли на чердак. Я уже очень давно с ним не общаюсь. А еще мы с ним часто ссорились. Почему я его так люблю? Он всегда был такой самоуверенный. Там было очень много всего интересного, можно было ковыряться. Когда это была женская гимназия, оказалось, что у нас все это время нас долго не было, до полдня. Нас искали всем двором. И чисто случайно соседка услышала, как кто-то ходит по крыше, вот, залезла на чердак и нашла нас там. Все нас ищут, пропали дети. Около недели запрещали родители выходить на улицу.